подарить жизнь. Вот так я могу охарактеризовать ту ситуацию, которая произошла с этой милой собачкой, Монечкой. Да, именно подарить жизнь, потому что ее жизнь висела на волоске. Давали срок 2 дня. Если до пятницы не заберем, значит, эта собачка будет отравлена. Страшно даже произносить эти слова. Не то, что сделать. Вот такие у нас дела. Ну, а мы еще раз говорим о том, что жизнь дается каждому живому существу. И никто не имеет права отнимать ее. Да, Монечка? Мы рады, что она попала именно к нам. И, может быть, даже рады тому, что эта женщина позвонила именно нам, сказав, что она задумала с этой собачкой.